Как обучают новоначальному за монаху молитвы, прежде всего Иисуса? ازاي بتعلموا الراهب اللي بيجي جديد يترحم الصلاه وبالذات صلاه يسوع؟ احنا في الكنيسه عندنا او كنيستنا القبطيه بتعتمد على المزامير والتسابيح من خلال الصلموديه والليتورجيه. فاحنا بنعلمه يحفظ المزامير الاول والتسابيح، وصلاه يسوع بتبقى جهاد فردي هو بيطبقها مع نفسه بالاتفاق مع ابا كروس. У нас система, что каждый монах он должен быть в своей келье, служит как псалми и Иисусова молитва, и определенный как духовный жизнь, как духовник. Скажет ему, как дают ему, как закон. Ну, то есть, почему то же самое назначается. На первую очередь это псалми, это часы слова. Но, конечно, между честь и слово это определенный как Иисусова молитва. Но на первый очередь псалми и честь и слово, конечно. Элмотаниат канун. И низкий поклон это. Салмодиат тасабих канун. И литургия каждый день.